дорогой, шаурма 100 рублей. О, помогите, у меня пакет украли. Парень, ты еще пожалеешь. Ой, не то достал. Ну что, приятель, готов к путешествию в тюрьму? Сегодня ты победил, но теперь оглядывайся почаще. Что? Опять? Где это я? Миша, сволочь, нельзя ему доверять. Остолоп, разуй глаза. Мне кажется, я рядом сижу. Ну что, узнал меня? Ну что, ребятушки, спасибо вам. Я так рад, что вы случайно свалились в лесу возле нашего тайного логова. Я не только отомщу за прошлую обиду, но и навсегда отучу вас лезть в чужие дела. Ты подлец. Нас будут искать. Найдут, и вам не поздоровится. Парень, вас уже ищут. Вас все ищут. Но совершенно по другому поводу. Ты думаешь, мы просто так забрали вашу одежду? Вся полиция считает, что это вы грабите прохожих. Вы теперь бандиты для них. И ищут вас, чтобы посадить в тюрьму. А для вас у меня плохая новость. Мои ребятки сейчас вас убьют. Приятно было познакомиться. Ну что, пошумим еще разок? Спасибо. Вот здесь хранится наш заказ. Мы его заберем и получим много денег. Как вы сюда попали? Музей ведь закрыт. Так я специально пришел, когда он закрыт. Я грабить пришел, у меня отмычка с собой есть. Глупая ты тетка. Молодец, Чак Норрис. Но я все-таки с тобой драться не буду, извини. А сейчас ты мне покажешь, где у вас хранится золотой меч Такеда. Ему 1000 лет, к нему нельзя прикасаться. Этот меч могут трогать только потомки клана Такеда. И все-таки автомат умеет убеждать, правда? Отлично, он наконец-то у меня. Это что, розыгрыш какой-то? Ты кто такой? Из автомата ты его не убьешь. А ты кто такой? Кто вы оба такие? Я пришел, чтобы помочь тебе выполнить твое поручение. Мы знали об этой проблеме. Я разберусь с ним. Он оказался сильнее, чем я предполагал. Бери меч и беги. Отнеси его моему боссу. Ну, наконец-то. Давай сюда медь. Вот твои деньги. Не торопитесь. Я из-за этого меча натерпелся. Я удваиваю цену. Вы платите в 2 раза больше. И это побрякушка ваша. На лусай данное слово плёха. Мы за УЗ договорились. А сейчас мы договоримся по-новому. Мне нужно больше денег. Никому не двигаться! Меня заложница! Не угрожай мне, а то вместе с волосом на пол упадет ее голова. Я ухожу с ней в заброшенный замок на краю города. Жду вас сегодня вечером, и чтобы не было полиции! Знакомьтесь, это моя банда. Черная смерть. Правда страшно?
Гедрейв, нет у меня желания тебя убивать просто так. Заберу деньги и вали. А если твой друг деньги не принесет, то тебе хана. Ты арестован. Ну вот фиг вам, у меня для вас сюрприз. Мне по пути сюда попались прикольные ребята, и они разделаются с вами, я уверен. Ну все, суши весла. Китаец сбежал, а у меня куча вопросов. Для начала сообщаю тебе, что ты арестован за кражу меча, за похищение людей, за воровство, разбой, поджог. А еще у меня есть 3 нераскрытых дела, которые я тоже, пожалуй, повешу на тебя. Короче, на пожизненный срок потянет. А потом ты мне расскажешь подробно, что тут происходит в городе. Блин, опять ничего не получилось. Кто вы такие? Кто меня освободил? Привет, не ожидал меня увидеть. Ну, наконец-то. Давай сюда медь. Вот твои деньги. Идиоты! Я медитировал, чтобы перенести себя и своего помощника в древнюю Японию. Мы должны помочь им. Мальчик, не лезь не в свои дела. Это их проблемы, и пусть они их лисают сами. Ну вот, хотел захватить весь мир, а теперь придется на Диком Западе лошадей разводить. Я, кажется, понял. Меч хочет, чтобы мы помогли ему. Да что ж ты все рвешься кому-то помогать? Ну что за люди такие пошли? Вообще нет инстинкта самосохранения. Надо тоже им как-то помочь отбить атаку монгол. Нет, умоляю, остановите его. Это уже ни в какие ворота не лезет. Мы не можем помогать всем подряд, да и все бесплатно. Кто вы такие? Кто меня освободил? Привет! Не ожидал меня увидеть. Не стреляйте! Мы ученые, у нас нет оружия. Эй, вылезайте! И давайте выгружайте все, что у вас там в машине! Быстро! Так, пока все идет по плану. Давайте шустрее. Нужно бочки погрузить скорее в эту полицейскую машину и побыстрее. У нас пара минут, пока полиция не подъехала. Но это же ядовитые отходы, у них нет ценности. Зачем это вам? Я не понял. Ты же говорил, что в этих бочках настоящее богатство. Это и есть большие деньги. А еще это власть. А еще это месть. Сразу скажу, что выдавая приговор Мише, я учитывал, что ему есть 18 лет. Поскольку считаю, что он достаточно раз оставался на второй год, чтобы 18 лет находиться в 8 классе. Можно его 8? Эй, новенький, с тебя прописка. 1000 рублей. С какой стати? Нужны деньги? Иди работай. Опа, борзый что ли? А неприятностей не боишься? Слушай, иди куда подальше, а? Я 7 лет карате занимался. О, 7 лет. Карате. Ну ладно, извини. Ха, пошутил. Карате. Тогда с тебя 2000 рублей. Фима, никто не любит умных.
Вали отсюда, очкарик. Мы сейчас крутого бить будем. Дай сюда. Эй, отдай, это мое мороженое. Отвали, сопляк. Ну что, не передумал? Эй, что за наглость? Давай догоним их. Да ну их нафиг. Они прогнали на красный свет по встречке мимо полицейского участка. Ты представляешь, какие у них связи? Я сомневаюсь, что Миша сдавал на права категория, чтобы управлять мотоциклом. Поэтому выпишу ему, кроме остального, штраф в размере 5000 рублей. И не надо мне угрожать, что ты мне можешь сделать? Или иначе я надеру тебе задницу. Ну вот и давай в честном бою, один на один. Выясним, кто сильнее. Ну что, готов? Удивил. А ну слезай с меня. Когда мы ехали в музей, я заметил нашего бандита на дороге и поехал за ним. Я решил проследить, чтобы узнать, куда он привезет меч. А ну-ка подвинься, я могу. Ну что, полегчало? Могу еще с ноги дать, чтоб думался лучше. Нет, спасибо. Эй, родной, стой, ты куда? А ну-ка назад. Тебя ждет короткая, но звездная роль. Ой, китаец, извини, я был как под гипнозом. Ой, у меня тоже какое-то помутнение было. Миша, тебя еще гипноз не отпустил, что ли? Да я уже не под гипнозом. Я просто вспомнил, что он мне на последней контроле списать не дал. Так что это урок на будущее. А ты сам уроки учи. А то совсем дебилом вырастешь. Я и в будущем не дам списать. Ну вот тебе сразу и на будущее, ботаник. Да кто бы он ни был, я отсюда не уйду. Пусть в другом месте ракурс поищет. А если будет надоедать, то я ему еще и путь укажу. Первое, что мне попалось на глаза, это кучка элитных чмошников. Это ты кого чмошниками назвал? Я сейчас возьму твою камеру и сделаю так, что следующее видео снимут уже про тебя, и будет оно в рубрике «Смешное и позорное». Эй, вы те самые элитные чмошники? Про вас на канале это зашибись только что был стрим. Ха, элитные чмошники, обожаю юмор Стасова. Как ты нас назвал, школота бедальная? Тебе хана, велосипедист? Отпусти меня! Я урою его! Ты его от больницы спас. Я тебя, дурака, от тюрьмы спас. Ладно, телефон есть? Нет, никогда и не было. Не бойся, не заберу. Я просто хочу, чтобы ты подписался на мой канал. А что у тебя там? Пока ничего, но чтобы ты не пострадал, советую подписаться. Извините, уважаемый Давид Стасов. Мой коллега плохо вас обслужил. Я все исправлю. Это подарок от заведения, чтобы загладить нашу вину за плохого сотрудника. Отлично, я люблю халяву. А пирог вкусный? Очень. На, не подавись.